Всем привет! Рада видеть вас на моем канале. С вами Миронова Виктория, и сегодня буду делать коррекцию ногтей с помощью полигеля. А героями сегодняшнего видео будут вот эти ручки, и изначально мне, конечно, нужно спилить весь старый материал. Для этой цели я использую твердосплавную фрезу, вот такую объемную и массивную, а работаю сейчас на максимальных оборотах моего аппарата, а именно 35 тысяч. Всегда поступает много вопросов по поводу аппарата, какой именно у меня аппарат. Я уже неоднократно об этом говорила, но в этом видео опять повторюсь. У меня самый обычный Marathon Champion 3. Мне он очень нравится, он у меня уже очень давно, комфортный. В общем, я полностью довольна. Ну а пока я фрезой пламя убираю птериги, не забудьте подписаться на мой канал, если вы вдруг этого еще не сделали. А также нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Сегодняшний дизайн будет максимально простым в исполнении, ведь моя модель попросила сделать ей очень нежные ногти. На кончиках будет тоненькая золотистая линия, ее я рисую с помощью золотистых хроматических красок, которые сохнут на воздухе. А также несколько ногтей на левой руке будут украшены слайдерами, а именно цветочками. А чтобы дополнить композицию, нарисую несколько листочков гель-лаком. Закрепив слайдеры, нарисовав все листочки, перекрываю ногти топом с двух сторон. Вот такая нежнятинка у нас сегодня получилась. Пишите в комментариях, понравился ли вам такой результат. Спасибо всем, что досмотрели мое видео до конца. С вами была я, Миронова Виктория. До встречи в следующем ролике. Всем пока-пока.